Всем привет, ребят! Сегодня мы с Фурниром будем играть новую версию рандомайзера. На этот раз она, походу, как последняя. Хотя креатив вроде не назвал ее 1.0.0. Поздоровайся, Джим. Добрый день, мои маленькие телезрители. Сегодня мы с моим лучшим другом будем играть в рандомайзер. Это было слегка громковато. Вот вам котик от подписчика. Прошу прощения, если я прозвучал слишком громко. Надеюсь, мой лучший друг соизволит меня извинить за такую оплошность. Ты настолько воспитан. Такое впечатление, что вот пока я на кухню бегал пожрать, тебя какие-то собаки украли и воспитали за это время. Просто жесть. Знаете, вот... мой дорогой друг... Погоди. Это прозвучало как оскорбление какое-то. Но на самом деле это было с позитивом. Так и общайся, мне очень нравится. Знаете, мой лучший друг и товарищ, с вашей стороны очень негативно прозвучали слова, а именно по поводу того, что вы связали меня с собаками. Это было немножко оскорбительно, но я предлагаю вам через некоторое время сходить и попить чайку и обсудить этот негативный момент вместе. А потом прийти к перемирию. Мне чувствуется, как будто тебе вот тяжеловато так говорить. Если бы ты связывал человека с собакой, с какими частями тела бы ты это делал? Мне просто интересно. Ну, то есть вот в этой ситуации вот я тебя к чему привязал? Вы не так меня поняли. Я вот просто, вот, если речь идет о собаке, да, то, ну, мне первое в голову приходит это хвост. Но у тебя хвоста нет, насколько мне известно. Вот. Так ты же сказал, что воспитали собаки. Я и сказал, ты связываешь меня с собаками. Ну, это хорошие собаки, это типа, не знаю, пудели. Или... Вот если бы я сказал, что тебя французские бульдоги воспитали, то, ну, это, считай, что ты, ну, дегенерат, вот. А это пудели, они, типа, воспитанные, такие, как в лучших домах. Скажите, пожалуйста, мой лучший друг, у меня к вам один очень важный для меня вопрос. Почему у вас на платформе YouTube никнейм Fat Cat? Из чего это произошло? Откуда вы вот, как это выдумали вообще? Ух ты, смотри, сразу дали. А потому что я жирный фурио. Фури. Жирный фури? Да? Вот смотри, я просто очень бедный. Ну, ты видел костюмы фури? Вот у меня такой же, только я из-за того, что я бедный, мне не хватило на голову. У меня только половина тела, то есть снизу, который не, на вебке не видно. Вот, а все остальное у меня вот нету. Вот, я поэтому и стримы запускаю, чтобы донаты собрать, чтобы купить вторую половину. Нет, слушай, дорогой друг, я думаю, называть самого себя жирным — это фэтшеймить самого себя. Не нужно себя унижать. Скажи, что ты просто на массе. Нет, это ты на массе. Я просто, смотри, я в себе настолько уверен, что я могу все что угодно, любое оскорбление в свой адрес говорить, меня это не трогает. Вообще никак, понимаешь? О, нормальный урон. Такое говно. Он бешеный, да. Говно. Бешеное говно. Они все бешеные. То есть ты ля фури получается, да? Просто фури. Ну, кто выиграет? Ой, твои выиграют. Потому что моих поддерживают лучники. Ой, я не обратил внимания. Я промазал. Ай. Погоди. Нет, нормально. Ну давай. О,
Вот отстой. Да ничего, забей. Хорошая была бы тактика, но не фартануло. А это что, меч? А, блин, я на секунду обрадовался, думал, что мне геройку дали. Хуй ты в рот не хочешь? Ну все, он вернулся. Блин, я скучаю по тем временам, когда ты не был быдлом. Очень жаль. Надеюсь, мы его еще увидим когда-нибудь. Ой, там конница. Ну блин, странная конница какая-то, если честно. Ванильная вроде бы. Да, это хуже ванильной. Ну хз. Ну ванильная конница Харада не то чтобы очень эффективной была. Ну они хорошо давят вроде. Ну ванили, не здесь. Не, ванили вся конница плохо давит. Ты не прав. Ты не прав. У ванильных всадников урон от давки не очень большой. Они типа вроде не очень сильно замедляются, но давят плохо. Это у нас как поезд. Ну не все, правда, но многие проезжают. Ой, нам надо валить. Почему? То ли я постоянно мискликаю и второй отряд не заказываю, то ли мне какие-то отряды пустые выпадают, я не понимаю. Ой, блин. Я не знаю. Уже несколько раз такое произошло. Что за бред? Ладно. Это что? А, это мечники. Пускай тут стоят. Нет, это же копейщики. Если бы. Но я конницу тебе убил, так что норм. Ну, оно все равно говно, поэтому. Боимся. Я как бы не расстроен. А, ну хорошо, нормально. Лучший друг, я хочу тебе максимально адекватно сказать: наклони задницу. Ты что-то мощное накрутил, да? Жесть. Ой. Как же он доволен. Да. А что такое? Стройся. Ой. Али. Что, Кче? Да снова Кче? Да всем привет! Как же ты мне надоел. Невыносимый ты. Подписка на канал. Вперед! Так, а как тут вот это вроде, да? Нифига себе. Опыт залил, что ли? Да, да. Ну, сейчас я тебе залью. О, мне из героев выпал. Чё за... Чё? Ты кольцо? Чё? Нет! Чё за... Соть. Иди. Пожалуйста, не надо, дядь. Ладно, ладно, улетай, улетай, подумаешь. Вот, блин, мне один раз в жизни повезло, и ему сразу же выпало кольцо, и он отдал Радагасту. Какого фига? Как же он врет. Не, я рискнул. Ты же понимаешь, что тут кольцо, ну, да! Не просто дают. Ну, ты. Я постоянно в рандомайзерах получал ебаную статую Саурона, которая. Да. Это, короче. Ага. Понял. А я на скеле просто, ты не шаришь. Пожалуйста. Максимально адекватно прошу, замолчи рот. Ты просто не шаришь. Тут надо. Ну на скеле надо. Нельзя просто ролить. Ну, рабы. Круто. На скеле наронил.
Ладно. Ну, будем драться этими рабами, подумаешь? Ой, что ты делаешь? Улетел, улетел! А, она дает тебе обзоры. Где этот говносос? Я чувствую какой-то негатив. Получай. Вот из всех оскорблений говносос, мне кажется, это вот самое мерзкое. Как же этот орел надоел, блин. Ну ладно. Не буду больше его использовать. О, спасибо. Да я наврал. Ты что, думал, так просто отделаешься? Ты что, лучшему другу врешь? Я всем вру. Подписчик, я бы на вашем месте задумался. Ну, быстрее. Так. Я готов. Нет. Что тебе, что у тебя выпало? Не, я просто войска собрал. Ладно. О-о-о. Чё? Вот теперь я готов. Скажем так, кольцевик, это не единственное, о чем тебе стоит переживать. Только не Балрог, ну пожалуйста. Нет, это не Балрог. Нет! Нет! Yes, 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 yes! Дядь! Ой! Я думал, добью его. Нет! Вот именно убил тоже всех. Не, мои дороже стоили, чем твои. За что? Блин, его это не утешает. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это прям вообще отстойно. Ну ладно, если так подумать, у нас больше нет героя, а значит и париться не стоит о потерях, правильно? Блин, а я забыл, я же мог бы левел залить Радагасту. Ой, чего? А, ты башню сделал. Блин, раздор испортил мне жизнь. Да харе уже! Сколько времени он длиться будет? Уходим. Нам нужно больше обмана. Ответишь, закачи, говносос! Нет, не отвечу. Ты уже отвечаешь. Не, я не отвечаю. Я тебя игнорирую. Нам нужны как сильные. Же ты,
Вот как же ты меня обидел убийством Качая. Да, сори. Это не искренне. Ну, в принципе, у меня наследство осталось от Радагаста. Дерево. Может, орлика заюзаю. Отправляю. Спасибо. Пожалуйста. Не, мне нравится, что ты искренне рад за меня. Ой, что ты там сносишь? В шахту. А это что за дерьмо? Лол. Если я правильно понимаю, я в героях сейчас наролил этого ангмарского глашатая, и он сразу Рудаур выбрал. А, ок. Ой, какая обилка хорошая. Это какой тир тебе выпал? Третий. Это в третьем? Да, что за говно? Не, ну не ори, но оно вроде нормально подамажило. Но для третьего как-то слабовато, конечно. Скажи мне, как тут не орать? Я тут 3000 тенге потратил на это. Смотри, вот просто держишь рот на замке и не орешь. Это ж легко. Мой лучший друг, у меня к тебе одна просьба. Давай, ага. Ты не будешь ехидничать. Я не могу без этого. Это моя природа. А еще я себе тоже хочу третий тир, кстати. Вот возьми рот просто. И все? Я не буду продолжать просто. Панчлайна не будет, очень жаль. Я уже рот почти взял, кстати. Чем ты взял рот? Не знаю, просто я не до конца продумал этот момент. Так. У меня есть секретное оружие. Вообще надо было бы сюда сбегать, посмотреть, что у тебя за секретное оружие. Угу. А это что, маршрутка? Маршрутка? Ну, типа шутка. Мне, короче, дали... Стой, что за бред? Я героя ролил, мне отряд дали. А, Маух... Что? Что происходит? Маухур? Это, короче, теперь знаменосец отряда топорщиков Изенгарда. Как странно. Ну как бы ладно. Может оно себя купит. Погнали. А да, вот он показан. Окей. Интересно. А, снова какую-то фигню накрутил. Ну что ты за человек такой мерзкий? А это что? А вот. Сюда давай. Купим деньги. Так, нужно раскучковаться. Ёбаный. Чё за монстр идёт? Все назад! Подкреп, что ли? Конечно, подкреплю. О. Ну ты можешь этого Ори отдать мне. Не. Не надо. Да ладно тебе. Не. А норм. Не. А норм же. Не. А норм, я тебе отвечаю. Не, попасть не могу. Почему у меня теперь два Маухура? Ой, у меня что-то странное теперь происходит. Маухуры плодятся. Как бы странно это ни звучало, но да. О, у меня еще из крепости один выпал. Господи, сплошные маухуры. Какой отстой. Этот сдох маухур, да? Да. Быстро его слишком убил. Написано, что где-то... 2300 у него хп, но ты его так быстро убил, что я даже не успел среагировать. Да, понимаю, дядь.
А я вижу, ты хочешь мне кинуть кое-что прикольное, да? Неловко получилось, да? Неловко. Но ты в следующий раз не беги так очевидно. Ладно, договорились? Лучший друг, ты, я типа... тебя только что попросил не хидничать, а ты это делаешь вдвойне больше. Но я же тебе сказал, это в моей природе, я не могу не хидничать. Тебе сейчас показать твою природу? Ты мне что, жопу еще покажешь? В личку скинешь, покажу. Как этот, как Бутчер Виктории Ньюман? Дик, твой рот засуну. А, ты ж не смотришь, я точно, я забыл. Ну что это? Дай мне просто захватить. Чуть... Нет! Это мое. У нас общий враг. Ты очень неприятный человек. Я бы так сказал. Так. Ты сморкался сейчас или что? Нет! Ты... вот я максимально адекватно тебе еще раз... попрошу открыть рот. Чтобы ты туда высморкался, да? Чтобы я туда насрал, блядь. У тебя явно простуда какая-то, тебе нужно лечиться. Все равно ехидничает. Нет, я советую. Попробуй уколы какие-то. Ах, ты что? Жесть. Вот тебе укол в жопу. Я надеюсь, его нерфили. Его невозможно было убить. О, боже мой. Не, но тут явно мне поможет Балрог сейчас. Вот. Иначе, ну, другого варианта нету. Что? Что это еще было? О, да. А можно этим? Да, можно. Эй! Что такое? Игра. Я ни на что не намекаю, игра, но мне бы не помешали лучники. В больших количествах позже лучники. Игра, ты не ослышалась, лучники позже. Нет, игра, не надо. Игра, давай. Нет, игра. Так, что это у нас? Так, маухуры вы должны потащить. Ой, какой-то слабый урон. Я все вижу. Да. Промазал. Давай, остановись, как мужик, давай, дерись. Эжи. А это что? Так. Чё это за кал мне дали? Так, это что? Первый? Второй? Ой, долго ждать. Не, мы походу обречены на успех в этом матче. Ну, типа, отрицательная победа нас ждет. Ну тогда открывай рот. Птица слишком сильная. Каково на вкус? Чего молчишь? Ну а что бы ты ответил на эту фразу? Не знаю. Блин, ну он урона не получает. Вообще. Ну, придется ливать, к сожалению. И еще вот. Почему у меня снова два маухура?
Но это благодаря Фениксу заработал на 25-ку. Ну давай, Балрога. Ну почти. Почти. Почти, да. Неси это дерево. Блин, а этот не успел, да? К сожалению, стрельнуть твоего Феникса. Я думал, может, магия его сильно дамажит. Нет! Это старый кач... Не передразнивай, говно! Нет, я тебя передразниваю, хотя... Можно и так сказать. Ты куда? Вы посмотрите на него, посмотрите просто. Да господи, ты снесите. А, ты что, сам снес или время закончилось? Нет, он время закончилось. Ладно. Я уж думал, что я наныл. А, его затянуло в опасную пучину. Блин, умри, моё, тварь. Мое кольцо, мое. У тебя даже кольцевика нет. И что, сейчас наролю. Надо. This is the way. Do you know the way? Для Крима выпал. Так тебе надо. Этот, вот если мы считаем, что кольцевик это самая сильная версия героя, ну за исключением того, что там разные кольцевики разной степени мощностей, так? То вот этот птиц огненный, гондон этот, это прям как по сравнению с обычными героями кольцевик, это просто маразм. Он убивает всю армию, выживает при этом, ты накапливаешь новую, он прилетает снова убивает. Это как-то невозможно просто. Мне такое нравится. Что? Мне такое нравится. Конечно, ты же unskill. Я unskill! Почему у тебя голос сломался сейчас? Потому что мой лучший друг, как вот ты знаешь этот момент, когда Брут ножом в спину Юлию Цезарю просто нанес последний удар. Жесть, вот настолько плохо, да? Юлий Цезарь получил где-то 47 ранений от сенаторов, но не умер, а от последнего, когда увидел, что его лучший друг Брут его пырнул сзади. Вот от, он морально умер, а не физически, понимаешь? Кажется, они родственниками были, это не лучший друг. Но, да ты, в целом прав, но смотри, правда ранит сильнее. Вот я просто одно слово сказал, ой, блин, еще раздор. И это тебя убило, прикинь, вот. Одно слово. Получай. Потому что что? Потому что правда.
все равно закрутить. Игра, но... пожалуйста, дай мне тоже эту штуку летающую, эту херню вот эту вот. Давай, бурдурчик, хавай. Хавай. У меня уже просто сил нет. О-о-о-о-о-о, на скеле начал уже экономику харасить им. Ну, о, он, боже. Кстати, мало урона по зданиям наносит. Ой, не повезло тебе, кстати. Да, что-то как-то... Да, не повезло. Мне тоже, кстати, не повезло. Я сначала шпиона наролил, а потом Сэма. Так тебе и надо! Соси. Сам соси. Нет. У меня халдер выпал. Халдер, кстати, ванильный. Получай. А, не получил, сейчас еще раз получишь. Ну почему... А, сейчас мы... О! О, Сэм погиб. Как же мне теперь без него играть? О нет, Гэндальф белый. Блин, как же он дохнет быстро. Да что такое? Ну почему он не юзает уже второй раз? Я сразу нажал. Его отброс... Так он... Ты же не сразу его отбросил. Почему не заюзал? Я даже не знаю, дамажит он этим или нет. Ну, думаю, какой нет. Какой же маразм. Ну, у некоторых героев типа уязвимость к магическому урону. Я надеялся, может, он прокоцает. Так, что у нас есть? О, вот это откатилось. Ничего нет, отступай в меню. Нет. Неужели моя шутка была настолько смешной? Почему? Ну, слушай, кажется, что чтобы, чтобы твои зрители не подумали, что ты плохо шутишь, я ржу над каждой твоей. А, ты мне подсасываешь, короче, я правильно понял, да? Ах, так, да! Хорошо. Ясно, значит, ясно. Значит, ты... Ты не просто брут, ты, сука, хуебрут. Ничего себе. Ты случайно не Eminem? Это была шикарная просто рифма. Нет, нет, я 20 Cent. То есть 25 копеек. А нет, 20. То есть ты дешевле, чем тот рэпер. Ладно, пусть будут 25 цент. Ты понимаешь, что типа ты где-то в 100 раз... Нет, даже в 1000 раз дешевле, чем стандартная шлюха. Получает. Не, не, погоди. 20 копеек умножить... Что? Я думаю, твой негатив в сторону лучшего друга объясним тем, что ты сосешь люто просто. Но это же... Нет, смотри, смотри. Если бы я сосал из-за того, что ты хорошо играешь... Ага. Ну, ага. Не в целом, я говорю не в целом, а именно в матче, угу. То мне было бы обидно. Мое ЧСВ бы было под угрозой. Вот. А я так... играю так же, как и ты. А мне не обидно. Отъебись. Я не играю на отъебись. Я пытаюсь выжить против птицы. По факту надо было ливнуть сразу же, как только она была увидена в матче. Но... Я дожил, решил сосать дальше. Я дожил до 25-ки. Я собой горжусь. А, у тебя лагерь Рохана. Ты не слышал звуки, что ли? Нет. Ой, блин. Сколько я нанес? О, много нанес урона, конечно. Я бы еще одну 25-ку бы наролил, но... Да нет. Угу. О, вот это есть. Что именно смешного? Я сейчас что-то пропустил? Да я просто как волк делал ау. Погоди, точно как волк? Ну это, да. Это больше похоже было на долбоеба.
Столько негатива. Столько негатива. За что? Постой немного. Не, меня просто в детстве учили, что смех без причины — это признак дурачины. Пау. 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 Получается, пау. Нехорошо. Курдур гибнет, черт. Я почти убил птицу. Но это правда не благодаря моему скиллу, а потому что ты подлетел к крепости. Я доволен. Ой-ой. Кобылки, не надо. Надо. Надо телепортировать. А можно телепортировать вражеских юнитов? Нет. Вот жаль. И лагерь тоже. Мне очень жаль, что нельзя. Я бы мог бы этим зданием этим избавиться от смерчи. Ну, почти получилось, я считаю. Бой еще разок. Да. Так, ну все, теперь тебе не должна выпадать птица. Все будет шикарно. Я уверен. Ой. Блин. Ну ладно. Че? Да, баг этот неприятный, когда здание не строится. А, да, у меня то же самое. Угу. Будем искать важные точки, где строится. В таком случае. Слушай, вот если бы тебе предложили бы стать трансом за 10 тысяч долларов. В смысле, пол поменять? Нет, ты был бы трансом, но с членом. Так это... А это разве не трап? Я немного не разбираюсь в терминах. Транс. Короче, мне просто надо было бы одеваться как девушка. Да. Но в моем случае жесть какая стрёмная. Да. Но 10... А на сколько времени? Нет, 10 тысяч баксов — это нормальные деньги. Но тут еще зависит... Понимаешь, в чем проблема? Я же живу в стране, где это не особо приемлют. Вот если бы я в какой-нибудь Канаде бы жил, то вообще похуй. Стоп. Украина — это Европа. Ну да, но только географически. Ну, то есть, тут смотри, тут разница в том, что вот если я в Канаде, например, соглашаюсь на это предложение, ага, то я получаю 10 тысяч баксов. А если я у себя дома соглашаюсь на это, то я получаю 10 тысяч баксов, а они потом на лечение от пиздюлей уходят. Я же буду огребать каждый раз, когда на улицу выйду. И у меня в городе нет столько доставок, чтобы можно было жить с доставок. Я разве что, не знаю, жрал бы только пиццу и суши каждый день. Ну ладно, 20 тысяч баксов в твоем городе. Не-не, окей, мы ставки поднимаем, да? Да. Не, наверное, я бы в своем городе не согласился ни за что. 30 тысяч баксов. Здоровье, оно важнее. Прикинь, если 50. Бы мне печень отбили, или кадык бы отбили. Вот это же просто жесть. Вдавили бы его внутрь. А ты бы у себя согласился? А ты просто взял бы и завалил бы обидчиков, и все. Не, я больше одного точно не завалю. И я слишком толстый, чтобы убежать. Они меня догонят. Да, я помню, как ты говорил, я тебя брошу и убегу. Ну да, если мы попадем в передрягу, я тебя раню, чтобы ты бежать не смог. Ты выстрелишь в ногу и бежишь. Да, я видел это в каком-то зомби-фильме. Это «Ходячих мертвецов». Да, в любом зомби-фильме, походу. Ты что, с героики? Ничего себе. Как ты это их было... надо? Это не героика, это говно. Не, они сильные вообще. Ну, это не героика, но они падали из героики раньше. Хорошие челы. Давайте лолики. Ой, я должен был это взять, походу. Ну, ладно. Что? Ага. Ой-ой-ой.
Пучники говна. Да, с лукарями тебе не то чтобы повезло. Ну блин, хватит на мой крип уже, айти. Ты имеешь в виду, хватит крипить ничейный крип? Ты это имел в виду, да? Я правильно понимаю? Мой крип. Ты видишь реку, которая нас отделяет? Не вижу, я вижу брод. Это река. Нет, это брод. Умри. Это лучники мои были. Нет, это копейщик. Когда-то. Жесть, кстати, это собака, просто руина. Да. Прям как ты. Ну, в смысле, ты не собака, ты руина. Ну, спасибо хоть на этом. Я специально уточнил. Ой-ой, тут тоже руины. Снизу. А можешь мне сотку оставить? Нет. Я тролля убил, я тебе помог. Нет. Соточку. Нет. Я же немного прошу. Ну, соточку. Я могу через 10 лет скинуть 100 тенге. Через 10 лет? Почему через 10 лет? Ну, просто дата какая-то символичная, не знаю. А почему через 10 лет в твоем сознании у тебя есть вообще тенге? Ты же переехал. Да просто потому, что это, я сказал, рандомную валюту. Ага. Так долларами мне кидай. Жадный ублюдок. Нет, тенге — это самая дешманская валюта, которую я знаю. Да нет, ты вроде еще знаешь реалы. А, иранские реалы, точно. Ого. Блин. Игра, харе мне, говно какое-то. Привет, подписчики! Ты... Что это за чудовище? Он не умирает! Это собака. Это ты собака. Мы же договорились. Ты меня бесишь. Что это за хрень? Это ультшарку или что? Это же не альфа варг. Это походу... Что на нем написано? А, ужасный варг. Да, это от шарку. Это ужасный варг написано. А это не альфа. Ты ужасный черт. Снова какая-то хрень руинит просто всю игру мне. This war will soon consume us all. Ух ты, золотинейка. О боже, просто убейте его. Нет. Ладно, я ухожу. Нет! Собака, аф-аф! О, все. Блин, одни женщины выпадают, ну чё за феминизм? Это... немного тупо прозвучало. Согласен. Не важно. Да, когда я сказал немного, я имел в виду очень тупо. Хватит бить женщину! Точнее, стрелять в неё. Так я ж красавчик. А сдох? Не, она не сдохла. Скотина. Вот бы отхилит сейчас. И обратно напасть. Ой, а как они? Футбол что? Ладно. Хоть что-то хорошее случилось. Стой, мне. Похиляйтесь быстрее, пожалуйста. Я хочу своего лучшего друга туда-сюда, в рот. Я так и знал, что ты это скажешь, Гиюга.
Что я скажу туда-сюда в рот? Нифига себе. Думал, это неожиданно было. Да. Неожиданно. Никогда этого от тебя не слышал. И вот опять. О, пауки едут. О, все, ужасный варг отхилил. Ё-моё. Ну, я тебе предлагаю медленно открыть рот. Что ты там выебил? Ты не видишь, что сейчас армия стоит и пойдет на тебя? Большая армия, да. Ну что? Ладно, я иду тогда. Так, я отступаю тогда. Это собака тупая, меня бесит. Вперед! Ужасный черт. Не обижай, собак. Животное. Ненавижу собак. Обход. Обход Мажино, давай. Не надо! Нет! Ой. Как же обидно, господи. Ой, жесть, как обидно. О, хочет убить ее, ну снова. Ладно. Так. The world is weary with grief. Это кто выпал? Что это такое? Миссинг. Какой-то. Я не понимаю. Миссинг значит отсутствует. Пау. А, пау. Не за что. Тебе выпал отсутствует. Ага. То есть тебе ничего не выпало. Хорошо, я по понял. По сути. Что происходит, блин? Я пытаюсь выживать, вот что происходит. Нет, я не тебе спрашиваю. А, тебе этот Марчант выпал. Я его тоже ролил. Что это значит? Это его имя. Это все, что я могу тебе сказать, я больше ничего не знаю. Он там может на всяких, на пауков садиться, на варгов. Звучит просто потрясающе, правда? Да, очень интересно. Шикарная способность. Еще у него есть способность, у которой иконка, как в Варкрафте, свитка интеллекта. Но тебе она не нужна, забей. Рунцы какие-то слишком черные. Что, черные, пардон? Рунцы. Рунцы. Я понял. Ой. Это мусор. Так, ну давай. Так сделаем. Ну давай. Давай. Не давай ему ничего. I have made my choice. Don't waste your time looking behind. The world is weary with grief. They're attacking the farms. We've completed this. The world is weary. Ой, стой. Багованный, погоди, убери. Убей этого Марчанта. Я не могу его убить. У него кнопка, как будто в здание залезать. Сейчас войска позабаговываются. Ну-ка, я его отправлю, вот одного. Попробую. Ну ты хочешь, чтобы я его забаговал? Блин, ну на тебе вот этот отряд отдам. В смысле забаговал? Ну я же объяснил только что. А, ладно, я ухожу, короче. Это типа когда он на волке или когда... А я до этого не кликал на него. Можешь его спешить. Попробуем снова. Ну-ка, спешиваю.
Иду. Вот, кликну сейчас на него. Где он? Вот идет один. Нет, копейщики идут какие-то. Не-не-не, вот. Так. О, нормально, нормально. Просто не сажай его на этих. О, мне снова. Чел. Ужасный варг выпал. Лишь бы не птица. На такой стадии мне уже пофиг на ужасных варгов. Ладно. Вперед! Ну игра, ну что это? Это плевок просто! Какой рестор! Бах! Ой. А, я не заметил его. О боже мой. Какая боль. Спасибо за рестора, блядь. Спасибо, креатив. Ну нормально. Постоим под крепостью. Сира! Ебать, убейте ее нахуй! Быстро! Убейте ее! Ух. Самое забавное, если бы ты не заорал, я бы даже не понял, что я уже в тильте сидел. Ну прикольно, четверть убил. Если б нет этот обосранный Эристор, просто дайте нормального героя и все. Блин, ты убил эту. Даже не сильного героя, типа какого-нибудь средненького героя и все. Ты. Хо. Нифига у тебя экономики даже на. Да, я пытался при помощи экономики потащить. Раз уж войсками не везло. Блин, снова эта фигня выпала. Что тебе выпало? Сейчас увидишь. Скоро. Почему Глонь так светится? Может, у тебя есть какой-то герой, который бафает других героев? Ну, почему только Глойна тогда? Хороший вопрос, не знаю. Ну, вот. Может, гномский герой, который бафает гномов? Как тебе такое? Нет, у меня гномский герой только Глойн. Все, варианты закончились. Да. Ну смотри, у тебя есть Хельм уже по руки. Он сделан на модельке Глоина. То есть он в душе гном. В душе гном. У него может быть какой-то баф на героев. Как тебе такой вариант? А так тоже. Как он... Вот этот вариант. А? Вот этот вариант намного лучше, чем другие. Это что это за шутка, что ли? Черные всадники, только это один черный всадник. Прекрасно просто. Спасибо, игра. А где его хоумис? Капец, ты наролил, блин. Да ничего я не наролил. Один черный всадник. Как 50 Cent, ебаный. Ну ты шутишь! Он не ударил! Ладно, он хотя бы здесь ударил. Ты видел, да? Он такой, типа, давай я ударю, а потом нет, я передумал. Ой, бесполезный черт. Где твой Арагорн? Сдох уже. О, хорош. Хорош. Мега хорош. Ой, тихо. Да, мега хорош. Нет, не иди. Давай, бей. Бабах! Уже откатилось. Печально.
Вот бы Серафимку сейчас еще сюда. Ну она бы убила войска, я думаю, но герои бы остались. Ну да, хотя бы войска. Да ты... Ладно, я сдаюсь. Это невыносимо. Шаграт и Горбак. Ну что, я что, кого-то... Я бабульку не перевел через дорогу, что ли? Что за бред? У меня Торин выпал. Это же нелогично. Тебе везло в прошлой катке, а не мне. Мне теперь должно везти, а не наоборот. Потому что у тебя карма ужасная, понимаешь? У меня офигенная карма. Ужасная карма. Это у тебя ужасная. Ты вон, ты конницу лучниками контришь, ёб твою мать. Ты ужасный варк. Ты ужасный чёрт. Ты убил Missing Object, Харад. Зашибись. Ладно, у меня есть экономики одна надежда. Надо дальше строить экономику, пока ты ее сносишь. Нам нужны деньги. Наследство от Арагорна осталось, отряд лучников. Еще. Что это у тебя за червиуст? Это от ТД. Нет! Это ТД. Угадай, какого героя мне сейчас дали? Хоббит. Хранитель знаний. Ну то есть Эристор еще один, только в профиль. Просто жесть. Так, хорошо, я получил. А как теперь этим пользоваться? Или все-таки башню надо? Блин, я надеюсь, что не надо было башню. Ничего не понимаю. Как блин, много... только не говори мне, что я так долго мучился, оно не будет работать. Офига себе. Сразу заспавнил. Ладно, пофиг. Ходим. А это что такое? А, эти два моих придурка. Ой. Ты куда лучше, друг? Оставь его. Нет. О, я что-то видел. А вот оно. Может, мне нужно снести. Ай-яй-яй-яй. О-о-о. Это случайно получилось, не убивай. Это единственный мой отряд, который сильный. О боже мой. Сам виноват. Да у меня... Я только заметил, как эта обилка работает, и отвлекся из-за этого. Ой, мне даже... Стой. А что мы еще можем тут? Лакарей тут нет. Ну, нормально, надо, ладно. О, офигеть. А как так, что я не видел у тебя третьих тиров и всего прочего? Так третий тир же была мышь, которую я на Мумака кинул. Нормальный урон. А, прикольно. Спасибо, Азок. Я бы тебя трахнул бы в рот, но не буду. Это же Азок, Аскарнатель. Ну, 100 монет, это как?
кто мародерку дает? Кто-то, наверное. Не такого ответа ты ждал, небось, да? Нет, я думал, ты все знаешь. Я же не вижу, какие у тебя герои есть. У тебя Торин есть, вон он дает. Ага. О! А, это не то. А, это не то? Ты чё? Меня передразниваешь, говно. Нет, нет, я удивленно говорю, а, это не то. Я-то думал, что это то. Ну все, я буду дразнить тебя всю жизнь. Это не то. О, я вижу теперь. Если что, у меня экономика справа еще построена. Хорошо. Ну я сначала это снесу. Пожалуйста, не надо это сносить. Ну не надо, ну... Не... На. Еще 250 получил. Типа, че за хрень? Так. Что там идет? А, копейщики. Это же копейщики. Блин, капец, здание что-то жесткое, не могу снести. А, это как раз от Арагорна осталось. Офигеть. Да, офигеть. Перекрепа. У меня лучники оттуда строились. Спасибо, что оставил его. Пожалуйста. А это что за дрянь? А, эти челы. А, ну все сошлось. Это второй тир. А, летучая мышь третий тир. Стой, а ты можешь... Ой, это что, глоин? Не надо. Не надо. Можешь, пожалуйста, сгореть? Гореть. Ну в смысле? Я же нажал. Оно слишком медленно сработало. Я бы мог сгореть, но от чего? От огня, от масла. Ой, это же гундабадские два тролли. Нифига, у них радиус, они достали до крепости, прикинь. Ну как? Что это за сплэш? Посмотри. Они бьют крепость и все пристройки. Они как этот древоборот раньше. Офигеть. Я не помню, чтобы их апали. Ну что ж, жалко, конечно, что у нас ничья. Я очень сильно хотел выиграть, но не получилось. Спасибо всем за просмотр. Целую вас в пузико. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики. И всего вам хорошего. Чао, какао. Спасибо.